Battle Beetle Sports Projects. Всем здравствуйте, с вами Альфия Штрякова и Паршин Игорь. Сегодня мы рассмотрим работу на пэдах, что такое пэды, я расскажу вам, какие виды работы на пэдах. Сразу скажу, что пэды — это наиболее акцентированная силовая работа. Компания Атака предоставила нам кикпэды серии Эксперт. И сегодня мы с Альфией Штряковой поработаем всевозможные комбинации. И я расскажу, как в принципе правильно открывать пэды и какая особенность, разница между работой на пэдах и на лапах. Значит, Альфия, приветствую. На пэдах работают как руками, так и ногами. Да? Очень много работы на кардио. Серийные работы, так называемые темповой работы, да? Предположим, 4 медла левых, поехали. Раз, два, три, четыре. В этой работе спортсмен учится и бить, и дышать одновременно. Здесь позитивное движение, то есть сам удар делается, выдох, на опускание ноги делается вдох. И вот такая работа помогает спортсмену в бою то же самое регулировать свое дыхание. Также пэды хорошо гасят удары локтями и коленями. Колено. Два. Двойка. Колено. Лоу. Тип. Вот смотрите. На middle kick я открываю лапы, данные пэды, под 45 градусов. Делаю удар хороший. Еще же вообще. И делаю небольшой демпфер. Так, гашу этот удар. Для того, чтобы не было у меня, например, травм плеча или локтевой кости. В данные пэды я хочу сказать, что они хорошо гасят удар, в сравнении с даже некоторыми тайскими пэдами. Колено, локоть, колено, два, хай, двой, жестче, я не чувствую отдачи, очень хорошо гасит. Левый перкот еще добавляем, боковой, сбиваем мы потом мою руку. Еще один боковой. Еще разочек. Два. Колено. Колено. Лоу. На вынос лоу пробиваем. Двойка. Лоу. Самая простая комбинация. Двойка. Лоу. Хай. Тип. Два. Раз. Два. Спасибо, Альфия. Значит, вы видели, как открываются плоскости, да? На middle kick открываю под 45 градусов, еще раз middle kick. На low kick параллельно своей ноге. На тип делаю такую полочку и открываю вот таким вот. Хорошо. Локоть, плоскость должна быть читаема. Горизонтально, ой, вертикально. Вот. Раз, прямой так же. Нет, прямой удар рукой. Прямой удар рукой. Локоть. Колено. На колено можно два пэда накладывать, если жестко бьет. Колено. Вот. Хайки. Еще жестче. Спасибо тебе. Таким образом мы рассмотрели работу на пэдах. Работа на пэдах лучше всего делать по раунду. Сколько длится раунд, столько и нужно работать. Можно иногда работу на пэдах завышать, то есть делать на минуту больше, чем проходит раунд. Если раунд 3 минуты, ну, можно сделать работу на пэдах 4-5 минут с запасом для кардио, чтобы соперник, ну, ваш спортсмен выходил на ринг уже с большим запасом кардио. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал Battle Beetle. Ставьте лайки, задавайте вопросы. Со мной была Альфия Штыкова, которая также является тренером по кикбоксингу в клубе Sport Life.